В преддверии Дня России на официальном сайте МВД России проходит викторина «Моя полиция, моя Россия». Викторина представлена фотографиями городов страны. Пользователям интернета предложено прочесть описание подсказки к ним и угадать изображенный город. Помимо этого проходит голосование за наиболее интересную фотографию. Среди фоторабот представлена и Чувашия. Сотрудница МВД по Чувашской республике изображена на фоне одной из достопримечательностей города Чебоксары. Конкурс проводится до 13 июня 2017 года.